is fine. Are you sure? Yes. Всем привет, меня зовут Артем Локалов. Это стадион Спартака в Тушине, и только что Спартак проиграл здесь Сочи. Счет матча 1-2. Спартак в глубоком кризисе, правда, главный тренер красно-белых Руви Торио после матча сказал, что Сочи выиграл незаслуженно, мол, гости создали всего два момента после того, как Спартак забил первый мяч. Но, как видно, этих двух моментов для победы вполне хватило. На игру приходил Хабиб Нурмагомедов. Он дружит с Георгием Джики, и, возможно, капитан Спартака ему билеты и предоставил на эту игру. Перед матчем Хабиб сказал, что будет, естественно, болеть за Спартак, а после игры отметил, что только Олег Романцев поможет Спартаку в нынешней ситуации. Олег Иванович, кстати, тоже на игру приходил. Я не записал комментарии Хабиба на видео, потому что остался на трибуне, чтобы видеть, что будет происходить после финального свистка. Все игроки Спартака, не только игроки, там и персонал был, и тренеры, собрались в круг в центре поля и после этого пошли к фан-трибуне. Команда слушала возгласы с фан-трибуны, аплодировала болельщикам и наблюдала, как они покидают стадион. А вот что игроки Спартака слушали о себе во время матча. И еще такой вариант. А в самом начале были оскорбительные речевки в адрес владельца клуба Леонида Федуна. Он, правда, на игре отсутствовал, но я думаю, что все равно все слышал. Честно говоря, глядя на такой «Спартак», кажется, что эта команда будет бороться за выживание, а не за какие-то еврокубковые места и тем более чемпионство. Я не могу комментировать, как играет другой команды. Я могу комментировать, как мы играем всегда до конца. Теперь не могу, и мы смотрели сегодня. Я думаю, мы были лучше сегодня. Вам не кажется, Крис, что «Спартак» в этом сезоне за выживание будет бороться? Я не знаю. Да, спасибо. Видел вам после 0-1, как вы стали проигрывать, достаточно легко отыгрались и вышли вперед. Что это было? Ну, я всегда, когда играю, стараюсь выиграть. Я все равно, как мы, даже 0-2, всегда хочу выиграть. 0-1, и первый пас, второй пас, и 2-1. Закрывали игру. А у вас там была запланирована замена? Ведь вы что-то сигнализировали Федотову, главному тренеру. Да, он мне сказал, после 10 минуты заходи на поле, играй, потому что у меня были сильные, серьезные травмы. Я тоже как, чувствую, как 50-50, но чувствую хорошо на поле. После какой минуты, Кристиан? 60-й. Тем временем болельщики «Спартака» пришли к выходу со стадиона, чтобы поговорить с игроками команды. Но сначала разговор был с сотрудниками полиции. Бля, они не играют, они бегут фотографироваться. А потом начинают фотографироваться. Резко, пожалуйста. Да никто не провоцирует, ну что так и есть, ёпта, блядь. Вы сейчас материтесь здесь, сейчас может вас оформить по статье 20.1, правильно? Серёдь, ты зря материшься. Затем последовали реплики уже в адрес футболистов. Чё, переживаешь, да? Он сидел на лавке, блядь, его купили, но он сидел. Я не знаю, он хотел. Да все, он понимает. Он чех, он по-русски. Ну и, наконец, завязался диалог с Леонидом Трахтенбергом. Вот что спрашивали и что он отвечал. Да, на что надеяться? Давай. Надеяться на лучшее. Ну как? А когда мы уже надеемся 20 лет. Ну, в 76-м году, вспомните, мы вообще, откуда вышли, помните, нет? Вот, конечно, вот, помню. Мы в 79-м стали чемпионами. Но мы забыли? А нет, тогда-то мы выигрывали, а сейчас-то мы сколько не выигрываем? Это футбол, ребята. Футбол. Лёня, надо убрать. Это футбол. У нас результат уже, у нас каждый год нет никакого результата. Лёня, как Путин стал. Сань! А, так отдувается за команду, блядь. Ну, про Лёня... Эльдер Нольдич! Со мной про футбол? Все остальное будет вместо. У нас нет ни результата, у нас нет ни игры, у нас нет ничего, у нас нет ни игроков, которых... И трансферов нет, которых мы ждем каждый год, у нас никого нет. Но вы молоды,
Не 40 поставили, не 40 лет. У нас есть 18 лет и есть терпение. Есть никакой веры уже. И есть терпение. Вот есть команда. Секундочку. Перебивайте. Можно, хорошо. Вы спрашиваете, и вы же сами отвечаете. Нет, это знаете примерно, как что? Есть такие футболисты, которые говорят, я сам подаю и сам же забиваю. Так бывает, нет? Бывает. Нет, не бывает. Не бывает. Вы же можете с углового подать и забить. Вы задаете вопрос и сами же на него отвечаете. Все. А вы верите в «Спартак»? Я верю. Всего доброго, ребята. А вы сколько верите в «Спартак»? Я верю. Сколько мы уже верим в «Спартак»? А вы как болельщик говорите или как пресс-атташе? Сколько вы верите? Да. Меньше меня. Нет, я-то меньше. Сколько меньше, вы верите, не сколько я верю. Сейчас, когда вас пригласили. Я имею в виду не по страсти меньше меня. А вам не стыдно за сегодняшнюю команду? Вам не стыдно за сегодняшнюю команду? Стыдно. На этом бы и разойтись, но мне удалось задать несколько вопросов Квинси Промесу. Квинси, what's happened with Spartak? One moment. Thank you. All I have to say, it's a difficult situation, but we will come out of it. That's all I have to say. Quincy, what do you think about the situation in the team? The team is fine. Are you sure? Yes. Now it's difficult times, but we stay together. There are a lot of rumors that Rui Vitória could be sacked. What do you think about it? I have no idea about this. Okay. We stay together always. Okay, thank you. Вот такой позитив от Квинси Промеса. Редкость по нынешним спартаковским временам. Меня зовут Артем Локалов. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Еще увидимся. Пока.